Солнышко уже припекает, а снега в городе практически не осталось. Автомобилисты уже спешат на шиномонтаж, чтобы сменить покрышки на летние. Артем Веретенников рассказал, когда следует отправляться на смену резины и как выбрать правильные шины. Рекомендация по смене колес зимних на летние, с летних на зимние – это среднесуточная температура 7 градусов тепла. За свой опыт работы, более 10 лет, я привык все-таки ставить на автомобиле то, что рекомендовано заводом-производителем. Все эти размеры прописаны либо в инструкции по эксплуатации, то есть, ну, в сервисной книжке, либо на кузове автомобиля на стойке, либо на лючке бензобака. По словам продавцов шин, установка колес большего радиуса негативно скажется на комфорте вождения, а неправильный подбор ширины покрышки повлияет на управляемость. Также мастера не советуют экономить на выборе обуви для своего авто. Хорошее сцепление с асфальтом – это залог безопасности на дороге. Цены на шины с диаметром посадочного места на диск в 15 дюймов начинаются от 2000 рублей, а для спорткаров найдется резина с маркировкой R23. Ее стоимость начинается от 55 тысяч. Стоимость полной переобувки варьируется от 1000 за шины небольшого диаметра и может достигать 2500 за колеса, оснащенные электронными датчиками давления в шинах. В эту стоимость входит весь комплекс услуг. Снять и установить колеса обратно, разбортировать, помыть зимние шины, установить летнюю резину на диск и отбалансировать колесо. В ближайшие дни синоптики прогнозируют среднесуточную температуру от 2 до 4 градусов. Но уже в начале следующей недели столбик термометра поднимется выше плюс 7. В средних слоях тропосферы устанавливаются южные потоки, поэтому у нас в ближайшие трое суток ожидается вынос теплого воздуха с южных районов, с районов Кавказа и Каспийского моря. Вот вследствие этого, значит, будет повышаться температура воздуха как в дневные, так и в ночные часы. Поэтому среднесуточная температура будет постепенно нарастать. Вот в ближайшие сутки она ожидается где-то в районе 4-7 градусов. 10-11 апреля ожидается повышение до 7-12 градусов. Самарцы уже активно записываются на шиномонтаж. По словам мастеров, очередь на переобувку расписана на неделю вперед. Однако в гидрометцентре отметили, что в северо-западной части области есть вероятность возвращения холодов. Возможны осадки в виде мокрого снега с дождем. Для любителей тянуть до последнего напомним, что согласно техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств с 1 июня по 31 августа эксплуатация автомобилей на зимней резине запрещена.